Всем добрый вечер. Будет у вас трансляция. Я думаю, что продолжится она, конечно, недолго. Но будет. Заодно посмотрите. Ну, само собой. Что там решил? Всю карту оббежать, что ли? Black Angel. Еще раз привет, Саш. Привет, Black Angel. Еще раз, это точно. Ну и как? Ну что, карта рубика? Или так? Этот какой, видишь как? Ну да, да, да. Ну видишь, прикольно, здесь подъем какой. Тут не забраться, не помыть, допустим. Надо заезжать будет с той стороны. Ну это я уже поставил такую мойку, она светится, когда этот, ну, освещение там есть у нее. Ну это мод. Естественно. Так, а здесь надо будет вот этой вот желтой машинкой, там, трактор, я сейчас подгоню сюда его, чеки сделать, а потом собирать их. И, короче, на продажу все это. Прикольная девушка, как будешь тащить. Давай я тогда сейчас подгоню пока. Вторучек. Я поближе, чтобы ты не бегать уже, не искать капучек. Thank you.
слушаете Energy Trance на интернет-портале 101.ru. This is Energy Trance. Trance Radio number one. Ну там за тебя здесь. Я тебя подогнал там поближе. Ну да, тут есть 5. Я не переделал, то есть там как положено. Black Angel. Скачано 2,5 гигабайта. То есть уже все. Или еще. Black Angel, но пока скачка идет. Да надо было проще посмотреть, какие докачать и все. В следующий раз я сам буду писать, когда такие докачивать лучше, чтобы потом это не палить. Надо было проще сделать, да? Black Angel. Окей. Там же все эти моды, только группа. Вон пару, то ли две, то ли три штуки, все лишь дополнительно, все. Больше нет модов там. Панча, во взаимную подписочку-то я же подписался и поставил лайк, сделай так же, как и я. Окей, без проблем, добро пожаловать. Black Angel. Я пока КС. Black Angel. Все, пустите, все. Сбегаю.
Ну так жди, пока я сразу же тебе не побегу. Потом. Ну как ты, тюковщик, дракош? Там вообще можно вообще прицепить прицеп, который собирает эти тюки, вот, которые у трактора, да? И он прям автоматически будет туда загружаться сразу же. Да лучше сейчас его потом собрать просто и все тюки эти. Ну и как тебе поля здоровые? Я запарился с тремя этими комбайнами, за ними гонялся, только собирался. И вчера было как раз убили. We'll be right back.
Looking for hope, reason is blurred. Hope will start to reassure. You're not alone. Дракош, он вообще сделай круиз-контроль, включи, давай идите, пусть управляет. Ты здесь вруби, как раз тебе будет удобно. Все будет ехать и все.
Ну, мне это проще, конечно, я опять все на геймпаде. Нет, на русском. Или на английском там. Русский фермер на русском точно написано. А так там, как всегда, традиционно, или как он называется. Чип-чап с тобой работает. Пароль такой же, как и у вас, а идентично. Я специально даже не менял, чтобы вам было удобнее, чтобы не париться там, какой пароль, чего. Все одинаково. Тоже у FPS 45, даже в OBS работает 45, 49, 50, 38. То есть вот так вот падает периодичностью и все. Даже 51 FPS. Угу. Так, сейчас я дракош приду, я сейчас это пойду, как Black Angel написал, говорит, в кустике, а мне за кустики.
101.ru. Максим, привет. Добро пожаловать на канал. Ой, точнее, Максон. Извини, пожалуйста. Да, карта русских фильмов. Здесь эту карту посмотри, как тебя пригляни, где чего, как. А потом задание. Ну это говорю тоже ненадолго, потому что время тоже тоже. Потом завтра можно еще будет.
Окей. Мари Елена зашла. Пробежался пока. Ну давай смотри, пока дальше.
Как тоже понравилось. Так, давай задание. Вон подлетай сюда. Сейчас, если выберешь, выбросил. Ты там где? 101.ru. С одной стороны, я с другой стороны. Только там на маленькой скорости надо подбирать. Слишком долго. У тебя получается это? Привет, Аня, Тони. Миш, спасибо большое. Просто зимний чип-чат, который... А двое-то молчать будет. Что дракоша, что двое.
Так, уже 100% собрал. Музыка сильная. А, сейчас, секунду. Время назад на Energy Trance. Сейчас чуть-чуть шипел. Что получается у тебя? Смотри, да? Спасибо. Поехали за мной, видишь меня? Чего, ты потерялся, что ли? Сейчас надо будет еще в магазине, который чипующий, который собирает чипы, вот сюда будет выгружать надо будет сейчас. Сейчас я в магазин гоняю там. В магазине, короче, там еще один трактор, и который чипы собирает. Видите? Короче, вот туда этот блэк выгружать. Это на продажу. Так, сейчас я за третьим сгоняю трактором.
А там, где поставишь, чтобы там поставишь. Сейчас я подъеду, сейчас. Там ангары же, видишь, стоят два ангара. Хочешь туда в ангар, хочешь рядом поставить с ангаром. Окей, передам сейчас. Дракошка из Блэком вам передает привет. Тайник 1717 выше. Вот, бери, присаживайся.
сейчас. Давай за нами сейчас покатись. Сейчас как раз он за Блэком будет ехать. Он сейчас как раз подожди. Блэк, подожди, дракона. Вон он за Блэком езжает. Блэк, показывай дорогу. Тут даже можно двойник загружать, тут с одной стороны еще можно. Тут место есть, так что можно и вдвоем сразу загружаться точно.
Теперь тоже на то поле, где дракошка-то делаете. Антон Демищук, привет, привет. Добро пожаловать.
Там уже нет ничего. На другое поле. Вы еще врежетесь, как бы. Понятно. А сейчас скоро закончится уже стрим, потому что это время детское прошло, уже пора спать. Сейчас быстренько только добьем. Чип-чат опять не работает, зараза. Это я сегодня нормально без боев работал вечером, а сейчас что-то как-то вообще не хочется.
Нет, не реклама.
Ну что, дракор, сейчас добьем поле и заканчиваем. Потом уже. В следующий раз. Что ты говоришь, посмотрим, сейчас это закончу, потому что это сейчас мы добьем это поле, а потом уже. Это уже, как говорится, там завтра или послезавтра, когда там будет возможность. Давай спокойно вечеришь.
там дракошку последнюю заберешь, да? Или что там? Стал вспомнить, там вообще чутка. Эти все чеки не продают. Сейчас лучше. Нормально. Я вчера кстати продал. Чего здесь это совсем было? Чё там деретесь, что ли? Вот извращенцы-то. Ребят, поехали на бас, хоть выкручиваться. Ужас какой. Так, я, короче, мыть. Ну и что ты влез, дракош, не в ту сторону что-то вообще.
Вытолкать, что ли? Сейчас уронит же. На здоровье. Досмотрелся, да. Ну что, никто снимки делать, надеюсь, не будет? Или будет? Что, не вылезти, что ли? Что? Трактор может угнать один. Все, вылезли. Не смеешься с вами. Ага. Ну что, все? Да.
Да, точно. И вам спасибо за игру. И еще раз я вас жду в следующий раз. Ладно, заканчиваю стрим. Всем спокойной ночи. Всем удачи. Ну и до следующих встреч. Окей.